Тетя Люда соскучилась за этим. Не, начинай с себя снимать, а не с меня. А то опять с меня, я тут на кухне, вся в мыле. Ну да, в общем, всем добро пожаловать на канале Family Bus. Значит, тут мы готовим всякую вкуснятину, в общем-то, ну как-то так. Значит, тут у нас Полина, во, с Полины начнем. Полина, расскажи нам чего-нибудь пока, пока тетя Люда там занята. Merry Christmas. Вот, всех с Рождеством. Там елочка наша, подарки под елочкой, вот, и музыка, и там огонь горит, как-то так. Только тапочки пульте, а приличие скинь, а то хейтер будет столько, что... Вот, вы хотели натуральное видео, друзья, вы знаете, мы, как всегда, в своем репертуаре, все по-настоящему. Вот так происходит украшение, Полина делает красоту. Short people problems. Короткие люди проблемы. Проблемы коротких людей. Слушайте, она прям правда? Либо притворяется, не пойму, либо и правда. Что правда? Забыла, как это формулируется по-русски. Притворяется. Притворяется, да, я тоже так думаю, да. Да, да. Так, Полин, давай несколько слов расскажи вообще, что у тебя, ну, с твоим английским языком, с русским языком, людям точно будет интересно. Пару секунд так, чисто скажи, как тебе английский, как тебе русский, как вообще? Я в одной фразе скажу. Давай. Я английский еще не выучила, а русский уже забыла. Вот так вот, все просто. Ну, еще говорит по-русски, видите? Чуть-чуть. Никак, никак. Да ладно, ты его никогда не забудешь. Да, я знаю. Но? Ну, если будут... Труднее будет выражать мысль, да. Человек забывает, если рядом нету, он не практикует, он ничего не слушает, не смотрит, и возле него нету людей, говорящих на том языке. Да, правда. То он забывает. Это доказано. Спорить не будем. Так, мы получили подарок от сватов. Смотрите, смотри, что это такое? Какие-то вкусняшки сделаны. Видно, что... Я не знаю, что это такое. Конфеты. Конфеты или ну, печенье? Орехи, залитые карамелью или чем-то. Что и еще печеньки есть? Такие. И печеньки. Прикольно. Классно, как раз. Дэвид, если вы нас видите, спасибо вам большое. Класс. И открыточка еще. Еще открыточка. А ну-ка. Да, давай. Открывай, посмотрим. По-зверски откроем. По-зверски, давай. Та-дам! Вот такая открыточка красивая. Угу. Супер. Поздравления. Так, вот они, Терехины, приехали к нам. Merry Christmas! Вот, если что, она виновата, что мы начали опять снимать. Поэтому можете ее благодарить. Это Нета, поэтому если какие-то изменения будете видеть, это все она, все она. Merry Christmas, заходите. Ой, самые главные приехали. Привет. Добро пожаловать. Merry Christmas. Нет, а самое главное, это кто снимает? Да нет, только нет, конечно. Вот Наоми сейчас самое главное у нас тут. Мила, дядь, еще синяя суета. Ну что, семейная суета у нас. Все общаются. Завчик там кофе готовит. Стулья ставит. Семенова, помнишь, он с тобой в Москве ставит? Люда тут... Где тут всякая еда. Люди, еще тут что-то в органе. Это мы вот. Что-то салатного у нас. Мало, да? Сейчас аспарагус, я еще готов. Рыбка у тебя получилась. Вкусная. Аспарагус давайте посмотрим. Картошечка и аспарагус еще. Что это такое у нас тут? I don't want to spill it, though. О, почти сердце получилось. Красиво. Назарчик, молодец. Молодец. Так, ну что, вам тоже желаем хорошего настроения и хорошего праздника Рождества. Хорошо.
Навесить. Пацаны, ну покажите нам на камеру, что там рассматриваетесь. Она растает. Очень... Смотрите, вот такая малюсенькая-малюсенькая Библия. И там полностью, вот здесь, смотрите, давайте я попробую для вас ее приблизить. Опа, можешь читать. Вот такие. Ой, смотри, что вам все равно это не видно. Слишком. Ой, ну почти вот так, да? Короче, вот такой размер. Маленький-маленький размер Библии. Нету? Ты удивил меня, Никита. Всем народам всю чудову новину звещают. Мы також співаймо, Спаса прославляймо. Так, ну что, фото сделали. Так что следите за нами в Инстаграме. Кто не подписан, подписывайтесь. Вот она. Да не сам, ты не сам. Да, только чуть попозже. Давайте садиться кушать. Так, еда готова. Давайте пойдем посмотрим, что там приготовили наши девочки и мальчики. Вот это Никита, так понял, готовил, да? Целая котлета такая здоровая. Опа, красота тут какая, неописуемая. Так, вот так мы все поместились за одним столом, или точнее за двумя столами. У нас сейчас здесь два стола стоит. Вот, еда никакая не стоит здесь. Каждый берет вот там на кухне еду. Вот. Потом здесь мы здесь сидим и кушаем. Общаемся. Люд, объясни, что как? Все здесь или нет? Значит, смотрите, план у нас такой. Давай расскажем, как у нас все было. Мы сделали так. Мы в этом году сделали так, что каждый готовит по два подарка. Вытянули жребий, кто кому достался, и теперь каждый будет угадывать, от кого он получил подарок. Как ты открываешься, давай. Угадай, кто. Что let it fly in your face. Не... Надо запомнить то, что мы будем все угадывать, от кого подарок. Это как мы это делаем. Когда ты открываешь, когда ты играешь. Когда ты открываешь, я угадываю. Просто тебе надо угадать, от кого. Как вы думаете, что это? Первый подарок, коробка! Неправильно, это коробка! С Амазона! Кого имя написано? Проверь, чье имя. А содрали! Молодцы! Та-дам-та-дам-та-дам! Imagine it's the wrapping. Йо, that's a cool one. Найс! Что это такое? Мыло. Это мыло, большие кусочки, хорошие такие, прям мужицкие. Это все разное? Целое мыло. Это okay. Вот доктор Скотч. Это мыло, да? Там еще. Это мыло, там много. Это фонарик на грудь цепляется. Угу. Ты не заблудился. Да, чтоб очень меня видели. Веселые носки. Носочки и шоколадка. Вау, круто. Так, отгадывай. Ваши версии, сэр. Откуда? От кого? А я думаю, это Марина. Нет. Один. Неправильно. Ой. Она у меня просто спрашивала, как у меня имя пишется на английском. Видишь, как ловко тебя развели, а? Ну, неплохо, неплохо. Посмотри я думаю, имя, это будет посмотри, попроще. Как они напишали. I don't know what the handwriting of the body is. Это 100% кто-то из Серёхиных, потому что у нас такого handwriting. Ага, вот как вычислили. У нас бумаги такой не было. Вот это не продумали, надо было одинаковую бумагу купить. Да. Всем одинаковую бумагу раздать. Нет, ну, кто-то писал красиво.
Так. Значит, был дядя Миша, я думаю. Молодец. Прямой. Буквы все одинаковые, в одинаковом... Попробуй там криво напиши. Ну, люди, я могу написать по-разному. Это Марина написала, но это не от Марины. Так, давай, погнали, быстрее, быстрее, Фил. Это я тебе подарила. Ты не составлял список, поэтому тебе придумали. Вот это, чтобы ты по темноте не бегал без фонаря. Понял? Чтоб бежал это все. Не, правда. Я гуляла с коляской на неделю назад с моей. У меня один велосипедист чуть не врезался, я без фонаря была. С того времени я и себе. Спасибо большое. Так, следующий подарочек. Малина! Все. Trash pile. Who's hit Naomi's face? That's okay, she can handle it. Wow! This is from my wish list. Носки. This is, конечно, the best part of the gift. Шоколадки. Блин, ну мы с тобой друзья, да? Что-то еще есть? Нет. Что там еще есть в нем? Это все? Рюкзак. Шоколадки. Все? Может, маленькая бумажка? Носки, рюкзак и шоколадки. Нет? Ой, не. Ну ладно. Я улыбается, но он всегда так улыбается. Так, кто подарил подарок? Колитесь. Все так. А, вы знаете. Дальше будет легче отгадывать, потому что потихоньку выбывают люди. Поля, давай, давай. Не бойся ошибиться, давай, стреляй. Никита что-то пытается не улыбаться. Попался ты, Никита. Smart move, Борис. Да? Ты, Никита? Тебе легче, тебе... Ты же видела все подарки, которые стоят, которые появились. А что после этого? Да просто угадай. Проиграл. Угадывай. Угадывай. Подарок забираешь. В любом случае. Либо дорогими, либо пока не догадаешься. Да я тебе, все, я стрелялась. Есть Наташа. Тебе попались оба. Полина, носки новогодние? Надо сейчас, значит, одеть. Полина, тебе еще один подарок. Я не хочу. Ты сразу. Давай мне подарок, она не хочет. I'll take it. Полина, сразу. Она не хочет. Два раза. Давай, Поля! Выбирай твой тройку. Смотри, Захар. Никира, ты. А вы что? Ты, Захар, если ты секс, там М стоит. Никита М. Я тебе более рандомный. Присаживайся, потому что ты слишком высокий. Такой большой, Никита, такой маленький. Best wishes. Красиво сделали, запаковали. Коробка! Oh no, it's not a watch, it's a belt! Что это? Ремень! Найс! Американский! Теперь вот с ковбойскими ботинками... Ремень для ковбойских... Шляпа есть, ремень есть. Это Никитин любимый брат. Ботинки есть теперь. Ремень. А у тебя такое не было? Никита, можно обстрелить? Нет, этот шире, чем остальные. То есть это у них рабочая серия, то есть он шире. Но я на работу-то не буду делать. На работу не буду. А что, один самый крутой электрик будешь на работе? Он поцарапается. Он и так? У меня уже есть тебе, который поцарапанный. Что? На пузе лазишь на работе? Я на всем лажу на работе. Окей, давай. А еще? Это не был мальчик. Все, подарок. Это из Серёхиных. А что? Два Марина. У нас некреативный мальчик. А, есть! Первого раза, а? А Марина, впрочем, даже не знала, что она сделала, так, чтобы не узнала. Бро. Хорошо, следующий подарок.
Достаем. Это... Наёми! О, Наёми! Нормально так. Что мне подарочек? Наёми, распаковывай. Пусть. Распаковка. Нет, это не барабан. Это рвать можно. А ты поставь ей эти манаторы. Нет, да, а их усолим, чтобы она может забрать. Чтобы она могла открыть. Пойдем, снимайте. Давай. Вы первый подарок распаковывают. Молодец, давай, давай. Не смейся так, Милка, не пивай ее. Наёми. Наёми. Давай, давай. Можешь сломать. Можешь это рвать. Можно? Давай, давай. Давай. Можно даже зубами. Молодец. Барабан. Не открывается, да? Нет. Переночни. Стрижка ей поможет. Но, Вилла, leave it the rest. За. Можно. Помочка, можно два раза? Вы не разговаривайте, потому что она оборачивается на вас. Пусть она открывает. Тихо. Можно оторвать вот так. Смотри. Конфетки. 12+. 12+. Захарик, она на тебя отвлекается. Ты говоришь, ей интересно. Так, помощников сколько, смотрите, сейчас поможет. Она понимает все. Какой тебе Наёми? Надо ее, надоело все. Не интересно. Мне не нравится. Наёми, смотри, какой тебе подарок. Все, теперь бумага заинтересовала, да? Она подарок. Какой тебе подарок? Кто-то купил. It's like a toy. It's like a whack-a-mole. Whack-a-mole. Достанешь коробку? На. Вау. She's like just одна рука без кресла будет это делать. Ну да. Наёми. По очереди. Просто все хотят чего-то быстро. Надо сначала попробовать. Тебе игрушку. Вторую. А теперь можно... Кто ты думаешь подарил тебе? Кто это тебе подарил? Давай, мама, отгадывай, кто подарил? Подарил? Дядя Петя с тетей Людой. Или просто тетя Люда. Наёми. Мама. Спасибо, тетя Люда. Дайте поцелую. Пойдем, забираем игрушку. Так. Следующий решили достать подальше где-то какой-то там подарочек, потому что подарков у нас много и нас много. Петя, придется потом ускорять, наверное, на Молодец. Сейчас. Я не знал, что это такое большое, я просто пальцем показал, вот этот беру, а он там закопанный был. О мой Боже, это даже. Ой, сори. Ира! А почему S? Нет, это C. Не C. Так это тебе два самых лучших подарка. Должна быть Ч. Ч даже. Ира по-русски написано, а фамилия по-американски. Должен быть из тех, кто умеет читать по-русски. Кто-то договорился с кем-то, чтобы его кто-то подписал. Кроме кого? Кроме твоего мужа. Ира умеет читать. Мила умеет читать. Мила читает и пишет по-русски. Мы видели. Не, ну спокойно, ну так бывает. Иногда бывает с прописью трудно. Дайте ножки. Да. Коробка, а там еще одна коробка. Коробка! Мама знала. Шучу. Еще коробка. Сейчас подводят коробки и тендер с Гамбилла, что-то не было. В коробке три коробки. Я знаю, что это. Но я тебе это не дарила. Не надо это, еще доказательства. Всякой эвиденс.
слайд. Там ты уже открыл. Спасибо, мне лично это. Ножи открывать. О, коробки, коробки. Так у нас шумно. Коробка. Жарко коробка. От костра. Из коробки что? И что там? Коробка. Про... Все уже заинтригованы. Что там такое? Все, и рожди гостей. С новой посудой. Угадай, что это. Там. Будешь карты открывать? Семен, ты хочешь, чтобы она открыла каждую коробку? Я хочу, чтобы она посмотрела. Да. Окей, это тарелочки. Три, такой. Молодец. Go for it. Она показывает поближе. Тетя Наташа сказала, что она это не дарила. Уже минус. Смотрите, дайте посмотрю. Поближе. Видели, какое красиво? И здесь еще такое. Классно. Красивое, действительно. Я знаю. Это надо потом выбрать в конце. Это Аскин от мамы. Я думал спорить. Да, я вас остаюсь. Не знаю. Давай сделаем паузу. Сделаем. Сделаем.